ощущение, что люди к вечеру, к концу года сходят с ума. У меня как-то кость переклинила то ли плечо, то ли что, то ли протянула. Привет, девочки. Привет, 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 привет. Даша! Давайте еще оставайтесь, не улетайте завтра, Даша! Я еду и думаю сейчас про вас, что вы простояли 2 часа в пробке сегодня, вы охренели, конечно, наверное, блин. Это же приехать в Москву, простоять 2 часа в пробке, и вот так сложилось впечатление о Москве, в принципе. Никакая я. Все такие сидели уже в кафе убиты. На самом деле, да, Москва высасывает. Высасывают пробки предновогодние вообще. Что-то там случилось в Москве, сейчас узнала на Лубянке. Да, на Лубянке где-то. Даша, вы там будьте аккуратнее в центре. Там какой-то был, типа, пишут, как теракт, не теракт, я не знаю. Короче, какой-то вообще дурдом, мне кажется, происходит. Даша, я считаю, вам нужно еще остаться. Как-то так вы не туда. Что-то мало, мало. Девочки, скажите, чтобы еще оставались мои подружки. Завтра же пятница, можно же выйти нормально куда-то. Что-то они так прилетели. И вообще не так. Уже все порешали. Все, остаетесь? Нужно ездить на метро, и будет хорошее впечатление. Да, от московского метро, вот так-то, положа руку на сердце, хорошего впечатления точно не будет. Потому что там тоже много всего такого разного. Вот, кстати, в Питере метро меня вызывали приятные впечатления, хочу сказать. А московское метро меня вызывает чувство дискомфорта. И опять же таки, по памяти, из-за всех разных там терактов и все такое. Особенно, знаете, когда предновогодняя вот это вот, когда такое. В Москву все еще сильнее съезжаются. Фух, сегодня прям какой-то такой день. Что же у меня такое с плечом, а? Старость. Старость, блин. Там мы сейчас сидели, разговаривали. Нет. Девочки, задавайте какие-то вопросы. Я тут, надеюсь, долго стоять не буду в этой пробочке. Тося моя не захотела сегодня на бокал идти. Папа ее должен был отвезти, и она не пошла. С папой, наверное, не захотела идти. С папой, вот, говорю, что Тося с папой не захотела сегодня идти на вокал. Как-то у нее, она в прошлый раз вышла с вокала, и его не было, он ушел, спустился в кафе. И она мне звонит, преподаватель, и говорит: Яна, то есть очень переживает, волнуется, бегает, что нет папы. Ну, и я позвонила ему, говорю: слушай, это... Короче, он поднялся, он просто думал, что закончится в час, а закончилось в 12:50. Ну, а заканчивается в 12:50. И вот она как бы, как, ну, испугалась, наверное, знаете, как у детей. Нам кажется, да я ж тут рядом, типа. И она не захотела идти на вокал, вот такая. Она начала собираться, пока мама ее моя собирала, а потом все, вот нет. Как тебе укладка Трампа? Трамп. Даша, лучше расскажи, кстати, в прямом эфире, как я в жизни выгляжу, как меня камера не передает. Яна, какая любимая аффирмация у вас? Что все хорошо, что вообще кайфовый день, сегодня будет еще лучше, чем вчера. Вы против детского сада, сделайте пост. А вы знаете, я вчера, кстати, посмотрела интервью Ксении Собчак с Наргиз, и вот она рассказывала, что она готова удочерить, хочет удочерить, усыновить, и что она никогда не отдаст детей ни в сад, ни в школу, что у нее будет домашнее образование. И я с ней согласна. Ты красотка до старости далеко, я почему против, да? Красоточка молодуха, да. Короче, мы сегодня с девочками встретились. И первая тема, которую мы начали обсуждать, это дети. И как залипли на эту тему, мы уже говорим: девочки, стоп, давайте поговорим о себе любимых.
Но мы так насыщенно обсудили детей. Потом мы насыщенно перешли на косметологию, на современные поддерживающие молодость процедуры и так далее. Обсудили все, что у кого, где, что, как. Ой, блин. Кстати, совсем немножко обсудили мужчин. Вообще, я считаю, капельку. То есть это уже тоже, наверное, возрастное, мне кажется. Как-то так они отходят почему-то уже на такой план. Видите, раньше в юности встречались в основном разговоры про них, да? А сейчас были про детей, а потом про себя. А про них совсем там вообще осталось чуть, на чуть-чуть. Даже, мне кажется, мы их толком и не обсудили по итогу. Обсудили отпуски, обсудили путешествия. Слушайте, почему так? Кстати, Даша, я проанализировала, сиськи обсудили, все обсудили, как бы, да. Но вот почему-то мужиков мы вообще не обсудили. Это что, это реально старость? Это уже настолько неинтересно или что? Блин, это да. Интересы меняются. Ты хитрая и умная. Ты бы с бывшим мужем прожила бы всю жизнь с хитростью. Нет, мне с бывшим мужем жить с хитростью не хочется. Я с хитростью с другим проживу. Поэтому у меня есть свои желания. Такая голова взрывная, столько информации, столько всего, всего много. У меня такая карта сегодня выпала хорошая, вот это вот, то, что я снимала там сторис, я уже забыла, как они называются, и именно это там все про меня, все про меня. И мне надо поделать задание до Нового года. Надо сейчас хоть почитать там, что за задание. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У меня там Тося первый раз сегодня так вот одна. Я-то надеялась, что она не целый день с ней мама просидит. Я надеялась, что ее полдня воспитана, и ее папа заберет. Ну, вот так вот. Вы такая сейчас... Ну да, конечно. Я еще и разговариваю теперь. Не так, конечно. Но вот это вот, да ты шо, Янча, не гони. Вот это конкретно моих одесситок выражение. Я после них еще и так же разговариваю, как они. А они такие, знаете, очень яркие девчонки, очень такие шебутные, громкие и такие заявляют о себе. Я люблю таких людей. Очень мне нравится. Я помню, ну такие с юмором могут держать на себе внимание. Кайфую от таких личностей. Просто. Я была раньше просто другая, была раньше стеснительная, но уже дружила с ними. И мне так по кайфу всегда было вот за этим наблюдать. Загадочная Яна. Да просто близкие люди заряжают, очень заряжают. Близкие, добрые, которые на жизнь смотрят так же, как я. Которые, вот у нас там, мы не говорили там в основном, ну, о негативе, да, которые мыслят так же всеми энергиями и туда-сюда. Я вообще потерялась, где я еду, представляете, все нормально нашлась. Ну, как бы мы там, типа, не обсуждаем негатив, там, ну, не обсасываем кого-то в плохом ключе. Ну, то есть, вот когда нет таких вот разговоров на низких энергиях, когда ты именно, ну, кайфуешь от всего, когда ты что-то делишься, ну, как я не знаю даже, как это объяснить, девочки. Поэтому, конечно, комментарии злых теток, вот я иногда понимаю, это такое днище. Прям вот я понимаю, что мое окружение, люди, которые, да, рядом со мной, это вообще, вообще другое. Вообще. И это так заряжает. И я хочу сказать, ну, понятно, у некоторых злость и негатив от их жизни социальной, ну, как сказать, не социальной, ну, недовольством жизни, да, скажем так. Но ведь это их проблема. Реально. Вот сейчас сидела за столом 4 девочки. И все настолько осознанные, просто настолько мега осознанные, что вам не передать. Просто, ну вот, когда мы какую-то ситуацию, как она рассматривается и как она обсуждается, это нереально интересно. Вот, блин, девочки, я, конечно, заряжена, я вам сейчас говорю, просто... Просто так жалко, что такие мои подружки живут так далеко, когда ты с ними на одном языке.
как, да, когда есть такая подруга, это просто, это вот спасибо прям вообще, я не знаю, откуда так, вот, вот как так. Мы, главное, знаете, я говорю, это как такой энергии, ну как это объяснить, мы и беременность вот у нас одинаковая, и там какие-то у нас проблемы были даже там с чем-то, с беременностью, ну короче, все одинаково, мыслим одинаково. Тося, да, с мамой. Ты только заряжаясь с ними, давно дружите, вашими подружками из Одессы. Да, сейчас я скажу, когда мы познакомились, Даша, 25 или 20... 25 мне было. 25, получается, сколько? 37, 12 лет. Кстати, вот в том возрасте, кто зашел в мою жизнь, все подружки вот эти остались у меня еще. Вот в Москве Катюха. Ну, она, по-моему, пораньше даже. Да, она пораньше. 25. Мне бы таких подруг знакомых. Домой путь держите, да. Знаете еще, какое у меня было ощущение? Я когда вышла сейчас и шла, бляха-муха, у меня прям такие крылья расправились. И я прям понимала, я не знаю, как это передать, когда ты чувствуешь почву под ногами и силы в себе, когда ты понимаешь, что просто вот ты, ну, жизнь принадлежит тебе, ты управляешь ей в руках, знаете. И я не знаю, почему так это было после этой встречи. Мы не, я же говорю, мы не обсуждали, мы ничего такого не обсуждали. Мы обсуждали просто детей, косметологию, немножко там мужчин, немножко заработки какие-то, бизнес, ну как-то вот так. Но я вышла с такой, с таким внутренним, с такой внутренней офигенной уверенностью, ну вот как-то вот, я не знаю, откуда это так, почему это пришло, не знаю. Честно, завидую таким людям, у кого есть такие подруги, именно подруги. Да, вы заслужите. Да, спасибо, да, белый зайц, мне таких вот, да. У меня всегда такое состояние. Заряжаюсь от детей. Я тоже заряжаюсь от детей, от своей работы. Но это немножко другое. Это вообще немножко другое. А вот именно то, что от девчонок, знаете, гуру, вот гуру, люди, которые несут информацию. Да? На сегодня там у меня мало людей, кто мне несет информацию, кто мне раскручивает ситуации, над которыми я начинаю думать и расти, расти каждый раз, да, над собой. Ну, то есть вот, а вот Даша, это такая моя подруга, которая мне всегда, вот это ее мысль. Ну, это, и вот от нее, да, я позаимствовала. Янча, ты либо принимаешь таким человека, либо не принимаешь. Все, другого не дано. В плане вообще людей. Вот вы жалуетесь, кто-то жалуется на подругу. Вот она такая. Ну, типа, ну да, да, она такая. Все, ты либо принимаешь, либо нет. Обид уже, ну, бессмысленно обижаться. Либо ты расходишься, либо ты общаешься. Вот эта ее фраза, она мне всегда, она мне еще, как помню, мы как-то о чем-то разговаривали. И вот как она мне сказала ее, она мне всегда, знаете, такая залипла в голове. Ну и то есть, вот вы понимаете, и что-то я ей даю. Она всегда, когда у нее там что-то происходит, там малая, может, где-то ну что-то, какие-то моменты психологические, ситуации с малой, что-то, она тоже мне, я ей там чик, где-то она меня. То есть мы так разруливаем друг друга круто, и это очень важно. И именно она меня разруливает. То есть у меня есть Янка моя, знаете, камчатская, это моя душа. Янка — это такая моя душа, я ее обожаю, она мне как старшая сестра там. Вот. А именно разруливает ситуации, мне помогает именно Даха. Короче, я вам все рассказала. Мы познакомились в Одессе. Ее сестра, это Оля Ля, которая была на проекте. И мы же с ней там задружились, Оля Ля. И она с ней все время говорила, ты похожа на мою сестру, на Даху. Она мне всю дорогу там это говорила. Янча, ты так похожа на мою сестру, на Даху. Я так скучаю по Дахе, а ты так и на нее похожа. И она меня тянула в Одессу после проекта уже. Тянула. Тогда не было еще инстаграмов, тогда еще не было, по-моему, даже ватсапов, да. Не было еще сенсорных телефонов. И она меня тянула, тянула, тянула. И я вот приехала, и я помню, как мы, я помню момент знакомства просто с Дашей. Где это было, как это было. И все, и самое интересное, что потом я как бы стала с Дахой больше общаться, чем с Ольгой. Ну, и, то есть на связи я постоянно с Дашей.
есть такой, который момент созвониться и переехать кофе попить и поговорить обо всем. Вот реально дружим с девочками, не получается так дружить. А, Яна, вы сейчас окрылённая, да. Посоветуйте путь выстраивания отношений со свекровью. Веришь в то, что молодые могут жить со свекровью? Нет. Ни со свекровью, ни с родителями. Не должно так быть. Это, кстати, по всем кармическим моментам тоже, ну, как-то надо это все разрешать. Не должно так быть. Родители живут отдельно, дети живут отдельно. Никаких переплетений, потому что, ну, как бы... Тем более со свекровью. Мальчик вырос. У мальчика своя семья. Все, мама, я к тебе приду, но приду там в выходной день. Помогу, попью с тобой чай. Привет. Но если нет возможности, да, то искать эту возможность. Не знаю, девочки, я бы не смогла жить со свекровью. Вот правда, ни с какой свекровью. С хорошей, самой доброй не смогла бы. Короче, кайфанула я. А еще в понедельник Янчик мой прилетает. Представляете, какой у меня подарки? Мне декабрь приготовил самые лучшие подарки. Вы меня спрашивали, что я заказывала у Деда Мороза. Я лучшего даже представить не могла, понимаете? Вот это был самый лучший для меня подарок. Что две мои самые близкие подруги, я их увижу, вот, увижу их. Дашу, я вообще, Одесса, я вообще не... Ну как, когда я ее увидела бы? Фиг его знает. В Одессу я как бы... Ну, хотя я летом, может, и собираюсь, может, и полечу, но тем не менее, что это так, оп, и произошло, да? Что ей пришлось сюда по делам приехать. Янчик тоже, мы с ней расставались летом, она улетала из Испании, рыдали, что неизвестно теперь еще когда... А тут, опа, она опять летит. Ну, то есть, вот так вот. Это самые лучшие... Ну, Вселенная готовит нам лучший путь, лучшие подарки. Так, приятно. Да я всегда в настроении. Уж в эфирах-то я точно всегда в настроении. У меня настроение уже поднимается от того, что вы со мной в эфире. Вы меня, кстати, после вас и тоже такая приободрённая, просто вы меня не видите. Я почему выхожу в эфир? Потому что иногда даже бывает грустно, я вышла в эфир, и после эфира у меня все изменилось. Эфир меня тоже очень наполняет, потому что иногда я с вами рассуждаю на такие темы, и за счет этих рассуждений я прихожу к каким-то к своим ответам, понимаете? И это очень круто. То есть, рассуждая с вами, я отвечаю себе на вопросы. И меня ждет место. Вот 8 вечера. У нас никогда нет мест. Уже стоят вторым рядом машины, ребят. Вторым рядом. Но для меня есть... Ага, для меня. Ну, и мне кажется, он разъедется, если что. Для меня есть, по-моему, даже 2 местечка. 2, девочки. Вот как не верить, что мне всегда везет. Мы когда подъезжаем к дому, я всегда Тосе говорю. Тось, интересно, будет место или нет? Она говорит, мамочка, конечно, будет, нам же всегда везет. Это я ее так уже научила говорить. Так, немножко не взяла, не этот. Это я ее уже так научила говорить, и она, и мне так нравится, что она так говорит. И мы реально всегда находим место. Всегда находим место. Правда. И это так круто. И это так круто, когда ты приезжаешь, и тут уже вторым рядом стоят машины, а для тебя есть место. То есть кто-то только выехал недавно и освободил тебе местечко. Думает, сейчас приедет Яна, ей же нужно местечко. А мне уже нужно как раз уезжать. Вот я как раз под Яну и уеду. Вот так вот все построено. Волшебство, как говорит моя Тося, как я ей говорю. Доченька, ну это же волшебство. Смотрела, когда вас бомбило от бывшего. А, когда я подплакивала, типа, сердце свободно, есть претенденты на мое сердце? Сердце свободно. Свободно, девочки, от всего. Так, девчата, у меня, если честно, у меня плохой тон. Мувитон у меня всегда в машине, непонятно что. Это очень плохо, я вам скажу честно. Это очень плохо, и мне за это стыдно. Но так как я никого пока не вожу в своей тачке, то как бы
как бы. А вы этого не видите? То немножко, пускай будет так. Так, пакет мой новогодний, который я сейчас уже таскаю. Шапка. Для Тоси подарок передали. Вон мой чемодан. Вот мой пакет. Я что-то купила. А, косметичка. Так, девочки, все, я сейчас уже буду заканчивать, потому что я уже приехала домой. И я уже пошла, девчата. Так что все, до связи, девчонки. Пока-пока.